Добрый вечер, дорогие друзья! Санкт-Петербург! Холодная, мокрая осень, но зато какой жаркий нас сегодня ждет баскетбол! Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, на новой арене встретится чемпион Суперлиги 1, команда «Спартак Приморье» из Приморского края против местного любимца публики, местного «Спартака» из Санкт-Петербурга, легендарной команды, которая, как феникс, возрождается из пепла. Итак, друзья, сегодня в составе гостей приехали под первым номером Василий Мартынов, под седьмым Алексей Вздыхалкин, девятый Григорий Мотовилов, 15-й Максим Калюшкин, 24-й Александр Разумов, 25-й Василий Бабайлов, 31-й капитан команды Максим Кривошеев, 32-й Никита Богданов, 33-й Сергей Чернов, 35-й Геннадий Денисов, 42-й Александр Павлов, 63-й Алексей Чиликин. Тренирует команду из Приморского края Милош Павичевич. Помогает ему Максим Учайкин. Итак, теперь состав гостей, состав хозяев, конечно же. Мужской баскетбольный клуб «Спартак». Седьмой номер Денис Клопонин, ветеран команды. Девятый номер Иван Савельев, капитан команды. Десятый Алексей Бабушкин, 15-й Никита Баринов, 19-й Евгений Фидий. 23-й Радослав Пекович, 25-й Даниил Карванин, 31-й Александр Варнаков, 33-й Павел Александров, 44-й Андрей Семенов, 54-й Евгений Сидоров, 77-й Даниил Михайлов. Тренирует команду легендарный Захар Юрьевич Пашутин, помогает ему Денис Кузьминов, также Роман Пашутин и Владимир Гречишкин. Также не стоит забывать, конечно же, судей сегодняшней встречи. Старший судья Колычев Максим из Москвы, помогает ему Алексей Гончаров из Белгорода и Павел Усков из Воронежа. Комиссар матча Александр Казимировский из Краснодара. Ну что ж, друзья, к сегодняшней встрече команды подошли с разным багажом. Если для «Спартака Приморья» это первая игра, это открытие сезона, то для местного «Спартака» это уже вторая встреча в рамках Суперлиги 1. Первую встречу «Спартак», к сожалению, досадно проиграл на домашнем паркете с разницей в 5 очков новобранцу российского баскетбола команде «Восток-65», которая очень уверенно провела этот поединок, доминировала всю встречу. Но «Спартак» в итоге нашел силы для рывка и вроде как уже сократил отставание до 3 очков. Но досадная цепь событий, как бывает в баскетболе, привела к тому, что хозяева паркета потерпели первое поражение. И сегодня они преисполнены решимости взять реванш за этот досадный случай несколько дней назад и доказать местным болельщикам, что не просто так они на новый сезон настроены очень серьезно. Очень большие надежды на «Спартак», большие надежды на то, что они вернутся в Лигу ВТБ. И вот сейчас небольшое собрание у скамейки «Спартака». А команда «Спартак Приморье» уже появилась на паркете. Итак, в старте у них сегодня вышли Александр. Вот сегодня для комментатора какая задача, друзья, еще одна. В одной команде играет Павлов Александр, а в другой Александр Павлов. Вот мой суперквест сегодня. Не путать двух этих игроков. Итак, сегодня в старте у приморцев играет Василий Мартынов под первым номером. Под 31-м играет Максим Кривошеев. Под 7-м номером Алексей Вздыхалкин. 42-й Александр Павлов. Еще одного игрока, к сожалению, стоят они все команды. Сергей Чернов. «Спартак Приморье» — отличная команда. Они уже трижды чемпионы Суперлиги 1. С 2013 года они вообще не покидают пьедестал этого соревнования. Но, к сожалению, дальше по разным причинам не выходят. Не выходят они в Лигу ВТБ. Они доминируют в этом соревновании. И в этом году они представили такой сплав молодости и опыта. Они взяли молодого игрока из Петербурга Григория Мотовилова, который в прошлом году был одним из лидеров молодежной команды «Зенит». Очень много набирал Григорий, по 16 очков, почти по 17. Тем временем началась встреча, выигрывает Бабушкин подбор. У «Спартака» в старте вышли Бабушкин, Савельева вижу. Под кольцом Бабушкин развернулся и открыл счет этой встречи. 2-0, «Спартак» впереди. Никита Баринов
также на паркете у «Спартака». Евгений Сидий. Тем временем приморцы в атаке. Хорошая была сброска в угол. И со средней приходится атаковать 33-му номеру. Сергей Чернов был. Хороший перехват «Спартака». Варнаков. Савельев. Савельев. Варнаков заступил за боковую линию. К сожалению, Александр Варнаков. Опытный. Ну, да, как опытный игрок, конечно же, мастер спорта. Такую досадную ошибку допустил. К слову сказать, в прошлой игре «Спартак» допустил очень много невынужденных ошибок, непонятных для такого уровня команды, для такого уровня состава. Вот сейчас хорошо развернулся 31 номер приморцев. Максим Кривошеев, но отлично его остановил Никита Баринов. Человек с опытом игры в лиге ВТБ за петербургский «Зенит». Савельев. Хорошо сбросил в угол на Баринова. Баринов точно из-под 90 градусов. Заряжают трибуны свои излюбленные кричалки. Питер и Бабушкин с мячом. Очередной промах приморцев. Запаздывает пока табло на арене, но у нас вот табло на экране показывает правильно. 4-0 в пользу «Спартака». Бабушкин. Бабушкин со средней. Точен Бабушкин. Ну что ж, друзья, вот теперь огорошил местный «Спартак» гостей таким недружелюбным приемом на радость пришедшей публике. Досадно, конечно, что спортивные мероприятия, такие как баскетбол, посещает не так много людей, как хотелось бы. Ну, «Спартак» я имею в виду. На «Зенит», на матче Лиги ВТБ приходит немало болельщиков, около 3000 в среднем за матч. Но вот здесь, к сожалению, и арена не такая вместительная. И пока «Спартак» такого интереса к себе не привлек. Тут уже, как известно, простая такая известная болельщическая штука, что будут победы, придут и люди. Есть определенная когорта болельщиков, которые, невзирая ни на какие поражения и невзгоды, всегда поддерживают свою команду. Но, к сожалению, большинство и массы идут на мероприятия, которые модные, которые приносят радостные эмоции с большей вероятностью успеха. «Спартаку» нужно завоевать обратно петербургскую публику. И вот сейчас на паркет возвращаются эти завоеватели, у которых этот сезон как раз с этой задачей смежно и проходит. Бабушкин, Баринов, Фиди, Савельев и Варнаков на паркете. Не изменилась стартовая пятерка у «Спартака». Но стоит отметить, что Захар Пашутин не очень активно ротирует состав. То есть, в принципе, основные игроки, они у него весь матч и играют. У молодежи немного шансов, но это не удивительно. Очень высокие задачи, большая ответственность лежит на руководстве этого состава, этого «Спартака». Тем временем Приморье в атаке. Вздыхалкин. Снова Вздыхалкин. Павлов. Воспитанник петербургского баскетбола. Александр Павлов. Играл и за «Енисей», и за «Спартак», и за «Химки». Опытный игрок 86-го года рождения. Этот баскетболист. Вздыхалкин. Получает заслон от Кривошеева. Мартынов хорошо прорывался, но домашнее кольцо не дает просто так себя поразить. Баринов нарушает правила на Никите. И сделал это 7-й номер Алексей Вздыхалкин. Да, вот так вот пока что. С удовольствием для хозяев, с неудовольствием для гостей складывается встреча. 6-0 в пользу «Спартака». Смотрим повтор. Отлично Никита проходил под кольцо. Мощный баскетболист. Позволяет ему габариты против двоих прорываться. И сейчас будет два штрафных исполнять. Первый бросок точно. В прошлой игре Никита чаще всех становился на линию штрафных, но, к сожалению, процент был не очень удачный. Может, этого и не хватило для победы в этой встрече.
2 из 2. Этого я имею в виду реализацию штрафных, а не конкретно промахов Никиты Баринова, конечно же. Много мазал Спартак из разных позиций. Возвращаемся в эту встречу. Вздыхалкин берет на себя. Хорошая скидка на Мартынова. Мартынов не точно. Подбор забрать. Хороший подбор у Спартака. Савельев поймал на спину Мартынова. И теперь против него атакует Баринов. Хороший перевод. А здесь фол против Фиди. Пришлось свалить 42-му номеру Александру Павлову. Против баскетболистов в светлой форме. Сегодня сочетание в красно-белой форме не подходит. Сегодня обе команды в красно-белом. Но Спартак играет. Спартак местный, петербургский, играет в белой. Приморский в красной. И за лесовой линией вводит Спартак в белом. Сиди. Савельев с линии штрафного. Ах, не точно. Подбор забрать. Борется хорошо там Бабушкин. Но показывают судьи, что в сторону приморцев. Это единоборство выиграно. И быстро из-за боковой вводят ребята мяч в игру. 33-й номер появился на паркете. Чернов. Он бьет 3 и залетает мяч. Наконец-то открывают счет своим броскам баскетболисты Приморья. 8-3. Это был Алексей Чернов. Ой, Сергей Чернов, простите, 33-й номер. Забей просит трибуны, эти легкие 2 очка от капитана команды. Такое ощущение, что просто расступились перед ним баскетболисты приморского Спартака и такой коридорчик организовали. А сейчас под кольцом хорошо Барина против 31-го номера отборолся, против Максима Кривошеева, и неуспешная позиционная атака Спартака из Санкт-Петербурга. Савельев. И здесь, к сожалению, фол в атаке показывают Баринову. Нет, нет, похоже, что это фолил Евгений Фиди, да. Немножко я не доглядел жест судьи, когда он номер показывал баскетболиста. Сдыхалкин. Колюшкин. Снова Вздыхалкин с мячом. Хорошо в защите действуют баскетболисты Спартака. Перекрывают зоны. Бросает Колюшкин. Закончилось время на атаку. Но успел он выбросить. Снова время на атаку у приморцев. А вот здесь хорошо Фидия защищался и принес владение своей команде. Ну что ж, 10-3 пока что счет в пользу санкт-петербургского Спартака. Это уже поинтереснее, чем первая встреча. Ну, знаете, здесь еще есть, по-моему, некоторое психологическое преимущество Спартака. Они уже сыграли одну игру, они уже немножко втянулись в сезон, почувствовали зал, почувствовали публику и получили оплюху от дебютанта этого сезона. А вот Спартак Приморье играет первую игру. Баринов с разворота бросал не точно. Контратака приморцев. Колюшкин. Не точно. Хороший подбор. Варнаков. Савельев бьет 3. Ах, не точно. Баринов не забирает. И фолит Бабушкин. Тактический фол Бабушкина, чтобы быстро в отрыв не убежали соперники, не забили легкие 2 очка. Все правильно сделал Алексей в этом случае. Пока что у нас получается 2 персональных замечания у Жени Фидия и 1 у Алексея Бабушкина. Таким образом, 3. 3 командных замечания у Спартака и 1 у Спартака Приморья. Уж извините, так буду называть, потому что правильное название команды из Петербурга — Спартак. А Спартак Приморья — это Спартак Приморья, который легко забивает 2 очка из-под кольца. Это был Максим Кривошеев. Хорошо развернулся, поставил спину, здорово приземлился. И принял мяч, и легко с разворота отправил в кольцо. Варнаков. Савельев. Снова Варнаков. Пекович появился на паркете. Варнаков открыт. В
лоб 3. Ах, не залетает этот мяч. 10-5. Контратака. Отличная работа в обороне. Женя Фиди перехватил эту передачу. Савельев 3. Свободен. И снова не залетает. Пекович забирает подбор. Сверху. Вот, друзья, то, что нужно. То, что нужно. Работа центрового. То, чего очень часто Спартаку и не хватало. Сейчас Спартаку еще нужно поправить работу с бросками издали. И все должно быть у них прекрасно. Прекрасно. Тем временем Григорий Мотовилов появился на паркете. Отдал передачу, чтобы в лоб пробил Максим Колюшкин. Но тот был не точен. Савельев. Пекович. Варнаков. Варнаков с Пековичем разыграли двоечку вроде бы, но там не получилось выловить мяч у нашего центрового. У нашего, имею в виду, у петербургского, потому что комментарий ведется, я напоминаю, из Санкт-Петербурга. И комментатор представлен местный. Тут уж ничего не поделать. Но это такое лирическое отступление. Тем временем петербургский баскетболист в составе Приморья. Григорий Мотовилов здорово пробежал в лицевую, отдавал передачу и отлично защищался Спартак. Снова Савельев. Они подсказали, что сзади защитник, но и сам он залез в эту толпу баскетболистов соперника. Владение остается все равно у Спартака. Садится Савельев отдохнуть. Выходит Александров на паркет под 33-м номером вместо него. Бабушкин у нас, Фиди на паркете. Пекович. И Варнаков. Варнаков отдает отвратительную передачу. И легкие 2 очка зарабатывает Алексей Вздыхалкин. 12-7. Бабушкин один на трехе. Не бросает. Варнаков. Александров. Пекович очень высоко оказывается всегда. Хороший заслон. Ну, двоечку с Пековичем. Да, так и есть. 14-9. Я уже рассказывал уважаемым любителям баскетбола, которые нас в прошлый раз смотрели и слушали. Пекович! Какой невразумительный сезон провел Пекович в прошлом году. И в этом году он просто разбивает всю эту критику. Очень результативен. Вышел, заработал 4 очка и блокшот уже Радослав Пекович. И 2 очка Спартака. Снова 16-7. Ну что, пока спокоен тренер приморцев. Не просит он тайм-аут. Григорий Мотовилов чуть не потерял мяч сейчас. Ну, хорошая техника у этого баскетболиста. Из-под 90 бросал Максим Колюшкин. Ничего не получилось. Сейчас такой немножко смешанный состав. 3 невысоких баскетболиста на паркете у приморцев и 2 высоких. Ах, забрался сейчас Варнаков под жесткий прессинг и в итоге потерял мяч. Но и приморцы тоже неподготовленный бросок сделал. 24 номер Александр Разумов. И владение снова у Спартака. Александров с мячом. Позиционная атака у Спартака Санкт-Петербурга. Александров. Заслон от Фиди. Александров 1-1 обыгрывает, но, к сожалению, не доносит, не дорабатывает кистью. Было бы красиво, но если бы докабы не получилось. Не свистят фол на Варнакове, хотя он уже готов был признать свою вину. Хорошо, как на замахе Колюшкин убрал баскетболиста Спартака. И Григорий Мотовилов набирает свои первые очки в этой встрече. Баскетболист, который хорошо знает Петербург, так как в нем, собственно, и воспитан. Очень много времени. И за основной состав «Зенита» был заявлен, много тренировался под руководством Василия Николаевича Карасева. Получил хорошие опыты в прошлом сезоне за «Зенит-2». «Зенит» молодежный набрал очень много очков. Почти один. Был таким самым атакующим игроком. Почти по 17 очков набирал. И еще с триумфа Василий Николаевич Карасев этого баскетболиста за собой в Петербурге привез.
Небольшая пауза. 16-10. И нужно Зениту. Только вспомнил про Мотовилова, и все, Зенит закрепился в памяти. Конечно же, Спартаку из Санкт-Петербурга нужно это преимущество наращивать. Потому что Спартак из Приморья — команда, которая просто так не отпустит. Не даст просто так легкую прогулочку совершить по местному паркету и добыть победу. Нужно приложить усилия и заранее заявить серьезное преимущество для того, чтобы местные зрители получали удовольствие, а не глотали валидол на трибунах. Ну что ж, возобновляется игра из-за лицевой Александров. Савельев вернулся на паркет. Савельев чуть не теряет мяч, капитан команды. Хорошая передача. Пекович! Пекович! Ну что, засчитан этот мяч? Да, засчитан этот мяч. Радослав Пекович. Вот. То, чего ждали от него в прошлом сезоне, нормальной игры центрового, это происходит наконец-то у нас на глазах, друзья. И тайм-аут. Тайм-аут. Вот сейчас приходится брать уже тренеру Спартака из Приморья, Милошу Павичевичу. Ну что, интересно, вот он так присел на... Очень здорово присел на стульчик. И своей команде объясняет, что к чему. А Захар Пашутин так по-рабоче-крестьянски на корточке присел. И ребята, стоя, внимательно слушают, что им нужно делать. Ну и, конечно же, стартовая пятерка сидит на скамеечке, выслушивает наставления от главного тренера. Большая ответственность, еще раз напомню, друзья, на Захаре Пашутине. Это тренер, который для Петербурга очень хорошо известен, который со Спартаком уже одерживал победы. Потом ушел тренировать Химки, хорошую карьеру потом в дальнейшем строил. И вот сейчас новый вызов перед ним. После того, как он Спартак поднял на определенные высоты, Спартак, как в древнегреческих мифах, упал в тартарары. Вот повтор, друзья. Отличный момент с игрой Радослава Пековича. Так вот, из этого тартара теперь Спартак снова под руководством того тренера, который принес команде успех, возвращается наверх. Объясняет что-то Александрову Спартак. Спартак, простите, Пашутин. Да, продолжается в Петербурге спортивный вечер. Возможно, не очень много людей на трибунах, потому что часть публики решила посетить более статусное спортивное мероприятие. Сегодня в Петербурге играл футбольный «Зенит» с Краснодаром. Поздравляем с победой наших футбольных друзей из Петербурга. Ну а сейчас «Спартак» должен добывать победу для того, чтобы вечер стал совсем хорошим. Мотовилов. Против него Савельев. Две девятки сошлись. Колюшкин. А, Пекович свалил. Ну, совсем неудачно сейчас он выставил руку. Бабушкин уже перехватывал эту передачу. Первый фол для Радослава Пековича. Стал поаккуратнее играть этот баскетболист. В защите. Ох, что творит легионер Спартака Приморья Григорий Мотовилов. Опять 3 очка забивает. 18-13. Очень хороший баскетболист. Присмотрится к нему, я думаю, после этого сезона многие клубы Лиги ВТБ. Савельев хорошо пробирался под кольцо, но слишком много сопротивления там было. Все в рамках правил, не забивает Савельев. Мартынов. Колюшкин со средней, точно. Это хорошая была двоечка от Мотовилова и Колюшкина. Вот этих два не очень высоких баскетболиста. Ну как не очень высоких, если Колюшкин 192, то Мотовилов 181 сантиметров всего. Для баскетбола это невысоко. Вот так вот они вдвоем легко разорвали защиту Спартака. Пекович, 18-15, подобрался приморский клуб совсем уж близко. Бабушкин из-под 90 градусов, 3, не точно. Пекович легко забирает подбор и легко забивает 2 очка. Ну сейчас такая прогулка была. Максима Кривошеева очень легко одолел Радослав Пекович. Мотовилов. Мартынов. Мартынов лезет сам под кольцо и забивает 2 очка в проходе. Тоже очень легко. 20-17, 8-21 до конца первой половины. Савельев. Пекович. Пекович идет сам.
Ифалит на Пековиче. 31 номер гостей Максим Кривошеев. Не будет сегодня ему легкой жизни, пока на паркете Радослав Пекович. Два штрафных будет бить наш сербский легионер. К слову сказать, в составе «Спартака Приморья» ни одного легионера. Все русские баскетболисты. Первый бросок точно у Радослава. Два из двух от центрового. Получайте. 23-17. Ну что ж, когда центровой забивает 2 из 2, это тяжело для соперника. Это уже такой психологический удар. Уже не так приятно на нем палить. В следующий раз будет 31-го номеру «Спартака Приморья» Максиму Кривошееву. Разумов. Мартынов. Мартынов хорошо обыграл Баринова. И здесь неплохо все было задумано, но центровой приморцев не доработал. Александров. Хороший заслон от Пековича. И снова хорошая двоечка с Пековичем, но в этот раз забить не вышло. И, к сожалению, Пекович заступил за лицевую линию. Ах, обидно. А было бы так красиво. Ну, что я могу отметить, друзья. Пока что Радослав Пекович такая глыба в игре «Спартака». Человек, на которого можно надеяться. И он покидает паркет. Женя Фиди вместо него появляется. Тоже хороший баскетболист. Тоже очень опытный. Человек, который в прошлом году и «Спартаку» немало проблем доставил в игре за клуб «Самара». В среднем около 9 очков набирал Женя в прошлом сезоне. Но у нас на повестке дня сезон новый. Савилов. Колюшкин. Вот эта двойка работает постоянно у приморцев. Это нужно держать по Шутину в голове. Хотя, кому я буду рассказывать, он сам прекрасно все это знает. Александров. Фалят на нем, конечно же. Достается фол Василию Мартынову. В корпус он так не по-товарищески обработал Александрова. Четыре командных фола уже приморцы набрали. Ну что, из-за лицевой Александров. Варнаков. Баринов. Александров. Фиди. Хорошее движение по дуге. Фиди увидели. Ах, не получилось у Жени. Хорошо, что не стал сейчас подбирать мяч. Не получилось забить. Баринов там на подборе здорово сыграл. И в борьбе мяч от баскетболистов приморцев уходит за лицевую линию. Мартынов там беседует о чем-то с коллегами по цеху в светлой форме. Варнаков из-за лицевой. Баринов, Варнаков. Александров. Заслон получает. Но сыграть двоечку нет. И фолы, конечно же, да, фолили на Александра. Это был Максим Колюшкин. И это будет пробиваться, судя по всему. Ну, конечно же, в любом случае это бы уже пробивалось. Ну да, да. Конечно же, персональное замечание. И посмотрим, как Павел Александров покажет себя с линии штрафных бросков. Первый точно. И 2 из 2. Спартак сегодня не промахивается с линии штрафных пока что. И снова в атаке приморцы. Мотовилов играет разыгрывающего. Колюшкин. Любимая связка приморцев. Мотовилов, Колюшкин. Просит Мотовилов мяч, но получает под кольцом Максим Кривошеев. И легко забивает 2 очка. 24-19. Плюс 5. За 6-22 до конца первой половины. Ох, сейчас не разобрались между собой баскетболисты «Спартака», но все вернулось в нормальное игровое русло. Варнаков. Баринов хорошо показал на бросок, прошел под кольцо. Забить бы еще осталось Женя. Ой, Никита, простите. Женя Фиди там боролся за подбор. А здесь уже Александров фолил против убегающего Григория Мотовилова. И
это будет вбрасывание из-за лицевой линии. Пока что еще «Спартак» не перебрал лимит командных фолов в этой четверти. Ну что, стоит отметить, что полторы четверти прошло, игра не грубая, игра вполне себе смотрится. Но не хватает командам точности, тогда бросков, забитых голов было бы побольше, забитых мячей. Сиди. Ах, какая неаккуратная передача в сторону Семенова, который только что появился на паркете. И контратака гостей. Колюшкин хорошо увидел под кольцом Кривошеева, и Кривошеев с фолом забивает. Да, вот это Никита Баринов немножко опоздал. Защитный бросок и один штрафной будет в исполнении 31 номера Максим Кривошеев. В Самаре успел поиграть этот баскетболист, до Новосибирска. Ну и за Приморье в прошлом сезоне набирал по 15 очков в среднем за игру. То есть очень результативный баскетболист, один из основных игроков этой команды. Собственно, он и капитаном является. Не забивает свой штрафной Кривошеев. В атаке «Спартак». Баринов на Семенова. На Андрея Семенова тоже большие надежды, потому что прошлый сезон он провел так по-лидерски. Ах, сейчас чуть не потеряли мяч спартаковцы. Семенов не забил, к сожалению, из-под 90. Мотовилов. Мотовилов с линии штрафного. Не забивает. Фиди на подборе. Александров. Неспешно. Спартак выходит в атаку. Александров. Александров хорошо отдавал передачу Баринову, но это очень опасно. В ноги высокому отдавать мяч. Но хотя, когда мы говорим про баскетбол, то уместно ставить фразу «очень высокому». Не дело в ноги очень высокому отдавать передачу. Ему сложнее опуститься вниз. Александров. Александров зарабатывает фолы. Неплохо так показал на публику, что фолил против него Сергей Чернов. И за лицевой Александров. Парнаков. Снова Александров. Хорошо видел Фиди. Фиди увидел Баринова. Баринов. Баринов сопротивлением забивает 2 очка. Трудовые 2 очка Никиты Баринова. 26-21. Чернов. Сам бьет. 3. Не точно. Подбор за приморцами. И Максим Кривошеев пополняет свой лицевой счет уже. Сколько очков сейчас посмотрим у Кривошеева. Не очень хорошо видно на табло, к сожалению. Но потом посмотрим. В перерыве уже. О, какой парашютик запустил Александр Варнаков. Издевательский такой. Над центровым пролетел мяч. Пришлось только глазами пронаблюдать за ним Максиму Кривошееву. 28-23. Кривошеев. О, как хорошо они сейчас разыграли с Алексеем Вздыхалкин эту комбинацию. Алексей Вздыхалкин показал на пас, потом ложный такой замах сделал, отдал передачу все-таки и получил быстрый ответ. Такой пик-н-ролл очень легко, как на тренировке прошел. Отличные 2 очка уже в исполнении Евгения Фиди. 30-25. Колюшкин. Против него Фиди. Колюшкин быстрее, конечно же, но Фиди обладает таким значимым для баскетболиста скиллом, как длинные руки. И владение будет у Спартака. 3-10 играть еще в первой половине, друзья. 30-25 в пользу Спартака и Санкт-Петербурга. И местной публике это должно нравиться намного-намного больше. Возобновилась игра. Александров. Александров Варнакову оставляет мяч. Варнаков будет разыгрывающим играть в этой атаке. Баринов открылся. Хорошее движение под кольцом у Спартака. Наконец-то они двигаются. В прошлой игре все стояли по позициям. Сейчас Пекович мячом продавливает.
разворачивается и не забивает. И все в рамках правил показывает судьи. Все хорошо. А здесь Баринов. Баринов фолит. Сам он считает, конечно же, что он ничего предосудительного не сделал. Первый фол для Никиты Баринова. Владение у приморцев. Чернов. Вздыхалкин сам бьет три. Попадает. Ничего себе. То, чего не хватает местному Спартаку, уже говорю вторую встречу подряд. Точных бросков из-за дуги. Варнаков. Варнаков. Баринов. Будет обыгрывать. Нет, бьет сам почти с линии трехочковых. И точно! Еще сантиметров 10, и Никита Баринов забил бы 3, но и двух очков достаточно в этой атаке. 32-28. 2-0-2 еще играть во второй четверти, во втором периоде. Хорошо сейчас показывал. Раскидались приморцы, что на нем фалили, но судьи не повелись на эти театральные приемы. И Павлов Александр, вот я и запутался. Александр Павлов попал здесь уже под настоящее нарушение правил. И будет пробивать штрафные броски. Что-то рассказывает сейчас Захар Пашутин Варнакову и Савельеву. Дает какие-то указания важные на эти две минуты. Ну, к слову сказать, мне лично мое мнение в прошлой встрече во многом это было и тренерское поражение в том числе, потому что Спартак очень странно стал действовать за последние 27 секунд до конца игры. На тот момент еще непонятно было, до конца игры или нет, когда отставал в 3 очка. Резко стали фолить, и в итоге не заметили, что у Савельева уже 4 фола, и он сделал 5-й фол и присел на скамейку, и оставил команду без своего опыта. А вот здесь Пекович на двоих с Бариновым разобрались с защитой Спартака Приморья, как будто там никого и не было. 34-30. Чернов. Колюшкин. Бьет 3, его толкали в спину откровенно, конечно же. Но судьи ничего не заметили. Значит, это был корпус-корпус, игровой момент. Савельев. Савельев. Увидел Пековича. Пековича били по рукам, да. Ну, болельщики все, что нужно, увидели. Пекович сверху забил. Хоть и бросок не засчитан, зато это красиво. За это все и любят баскетбол. Вздыхалкин подходит к арбитру рассказать, какая тяжелая баскетбольная жизнь, что все это несправедливо, но решение принято. Арнослав Пекович будет бить штрафные броски. Ах, первый промах с линии штрафных у Спартака из Петербурга целиком и у Пековича в частности. Два из двух промахивается Радослав Пекович. Таким образом, застолбив за собой статистику традиционного центрового 2000-х годов, 50% с линии штрафных. Пекович не забирает подбор. Как же так? Мартынов с мячом. Обидно сейчас вышло. Неправильную постановку. Ну, точнее, даблоки. Блок поставил такой огнетушитель на пути баскетболистов из Приморья Павел Александров. И получил персональное замечание. Это будет пробивать уже. Сыграли 33 номер против 33 номера. Сергей Чернов на линии штрафных бросков. Тоже очень опытный баскетболист. В сезоне 2008-2009 он поиграл за ЦСКА даже, друзья. Воспитанник уральского баскетбола. За Парму играл. 32 года этому баскетболисту. И промахивается он первый свой бросок с линии штрафных. И второй не принимает домашнее кольцо Спартака. Ответили друг другу взаимностью баскетболисты обеих команд, промазав по оба штрафных.
Савельев. Варнаков. Хорошо увидел Бабушкина. Бабушкин Фидию под кольцо. Женю бьют там по рукам, но нет. В рамках правил показывают судьи. И владение все равно будет у Спартака. И за лицевой будут вбрасывать. 6 секунд на атаку у команды в светлом. Расставляются баскетболисты Петербурга в зоне приморцев. О чем-то побеседовали друг с другом баскетболист Спартака и судья Спартака Приморья. Это Григорий Мотовилов что-то там объяснял арбитру. Ужасающий под кольцом, конечно, Максим Кривошеев. Весь такой взъерошенный, пугает соперников. Бабушкин. Бабушкин сам бьет три. Ах, совсем не точно. Подбор за Фидием. Показывает он, что в дужку мяч коснулся. И что судьи решат? Судьи решают, что владение у Спартака. Ну, конечно же, это и справедливо, потому что мяч коснулся дужки, соответственно, отсчет на атаку должен начинаться заново, 14 секунд. И подбор забрал Женя Фидий. Игра была остановлена после этого свистком, и владение возвращается Спартаку. Савельев, Варнаков убегает к центру площадки. Приходится высоко Жене Фидию ставить ему заслон. Варнаков, 4 секунды, сам бьет со средней. Точен Варнаков! 36-30. И такой в направлении группы поддержки бросок. Друзья, первая половина закончена. Ну что ж, приятный счет для местной публики. Не очень результативно, зато в пользу петербургского Спартака. Что ж, небольшой перерыв. Мы немножко отдохнем. Отдохнете и вы тоже. Ждем вас на второй половине игры.
большое начинается с малого. Потому что успех – это движение вперед. Вместе мы создаем лучшее будущее. Поддержи команду родного города. Кладовая здоровья. Сегодня здоровье, завтра победы. Большое начинается с малого. Потому что успех – это движение вперед. Вместе мы создаем лучшее будущее. Поддержи команду родного города. Кладовая здоровья. Сегодня здоровье, завтра победы. We'll be right back.
что ж, друзья, полдороги позади, впереди дорога. Возвращаемся на паркет новой арены в Санкт-Петербурге в этот осенний холодный вечер. Такой жаркий красно-белый баскетбол. Мы с вами смотрим. Спартак Приморья против Спартак КАИ Санкт-Петербурга. И в первой четверти 36-30 ведут хозяева, точнее в первой половине, простите. Которые вели, конечно же, и в первой четверти. И в принципе контролируют пока ход встречи, но команда из Приморья настолько опытна, что с ними очень опасно играть в такие игры. Либо нужно наращивать преимущество Спартаку, либо соперники почувствуют запах крови и подберутся поближе, где уже могут на опыте сыграть и вырвать победу. Чего, конечно же, собравшаяся публика не хотела бы. Возобновилась игра, друзья, и у нас на паркете в составе Спартака из Петербурга, назову еще раз вам составы, выступает сегодня Денис Клопонин, 7-й номер. 9-й Иван Савельев, капитан команды. 10-й Алексей Бабушкин. 15-й Никита Баринов. 19-й Евгений Фидий. 23-й Радослав Пекович. 25-й Даниил Карванин. 31-й Александр Варнаков. 33-й Павел Александров. 44-й Андрей Семенов. 54-й Евгений Сидоров. 77-й Даниил Михайлов. Тренирует команду Захар Юрьевич Пашутин. Тем временем команда из Санкт-Петербурга неудачно провела свою атаку, но и приморцы ответили тем же. Состав приморцев: Василий Мартынов, номер 1, Алексей Вздыхалкин, 7, 9, Григорий Мотовилов, 15, Максим Колюшкин, 24, Александр Разумов, 25, Василий Бабайлов, 31, Максим Кривошеев, 32, Никита Богданов, 33, Сергей Чернов, 35, Геннадий Денисов, 42, Александр Павлов, 63, Алексей Чиликин, тренирует команду Милош Павичевич. И судьи. Судьи, конечно же, нужно назвать. Это одни из главных действующих лиц встречи, которые сейчас выписали персональное замечание баскетболистам Приморья. Максим Колычев из Москвы, старший судья, помогает ему Алексей Гончаров и Павел Усков, комиссар матча Александр Казмировский из Краснодара. Ну что ж, все официозы выполнены, теперь наслаждаемся игрой. Наслаждаемся игрой и ждем результата, который нас настигнет так или иначе. Приблизительно через час, друзья. Осталось две четверти нам посмотреть увлекательного баскетбола. Напоминаю, что сегодня играет действующий чемпион Суперлиги 1 против Спартака, который был в конце таблицы по итогам прошлого сезона, но заметно обновился. Варнаков бьет со средней, штрафные. Нарушает правила против Варнакова Василий Мартынов. Это будет для Мартынова второе персональное замечание. И два штрафных от Варнакова. В первой половине Спартак бил штрафные с переменным успехом. Начали неплохо, но потом два штрафных смазал Радослав Пекович, что в целом подпортило статистику. Варнаков первый бьет точно. Два из двух от Александра Варнакова. И 38-30 становится счет. Григорий Мотовилов. Молодой, дерзкий баскетболист из Петербурга. Штурмует новые для себя высоты в составе чемпиона Суперлиги 1. И, знаете, довольно уверенно и нагло действует. Забил уже две трехи, бросает еще одну. И сейчас не забивает. Савельев. Хорошая передача на Бабушкина. Бабушкин на Баринова. И, конечно же, фолят на Баринове. Это был капитан приморцев Максим Кривошеев. Второе персональное замечание для Кривошеева. Для центрового, как я уже говорил, в первой половине это нормально. За пол игры всего лишь два персональных замечания иметь. Но, опять же, тут опыт сказывается. У нас в команде вот Павел Александров на трех персональных замечаниях уже сидит. У Пековича 2, у Фидия тоже 2. И у Баринова с Бабушкиным по одному фолу. Неспортивным фолом наказан капитан приморцев. И не забивает Баринов свой первый бросок. А второй забивает точно. И владение у Спартака. Два штрафных пробил Никита Баринов. И бьет два штрафных. Почему-то я его сегодня упорно все стремлюсь назвать Евгением. Что-то кармическое, видимо. Видимо,
кармическая невнимательность комментатора сказывается. Но мы будем над этим работать, друзья. Тем временем владению «Спартака» Бабушкин из-за боковой будет вбрасывать. Со своей половины просит судья. Савельев с мячом. Савельев чуть пронос не сделал. Варнаков бьет три. Точно! Вот так полетело у «Спартака» из-за дуги. 42-30. В недоумении тренер приморцев. Он не понимает, что делает его команда. И так к своей скамейке вопросительно обернулся. А Захар Пашутин весь в игре. Ну, сейчас пришлось свалить баскетболистам из Петербурга, чтобы прервать атаку гостей. Савельев нарушил правила. И просят кого-нибудь в красной форме выйти за боковую линию, чтобы бросить мяч в игру. Это 15-й номер. Максим Колюшкин будет бросать боковой. Мотовилов. В лицевую начал обыгрывать и пока показывал обманные движения, всяческие финты, заступил за боковую линию. Бабушкин так ошибся в первой четверти этой встречи. Вот сейчас Савельев будет вбрасывать тому же Бабушкину. И Алексей начинает атаку «Спартака» из Петербурга. Савельев снова с мячом. Заслон от Фиде. Сам может бить со средней. Бьет. И точно! 44-30. Не берет тайм-аут пока Милош Павичевич. Мотовилов. Мотовилов бьет три. Снова не попадает. Подбор не получается забрать у «Спартака». Наконец-то Баринов добирается до мяча. Наконец-то они с Женей Фидием здесь разобрались в обороне. Варнаков показывал какие-то комбинации. В итоге Савельев показывает ему, где ему нужен заслон. Варнаков отличный. Отличная комбинация домашняя такая с выходом Фидия на заслон. И забивает три Савельев. Полетело у «Спартака». И тайм-аут приходится брать наконец-то уже Милошу Павичевичу. 47-30. Это уже то, о чем я и говорил. Нужно брать игру в свои руки, и чтобы в конце не иметь сложностей. Пока соперник дает играть, нужно этим пользоваться. «Спартак» не преминул воспользоваться советом комментатора, который, конечно же, не слышал. Но я думаю, они и так все прекрасно понимают. Взрослые профессиональные спортсмены все-таки. Это мы с вами, друзья, так называемые диванные комментаторы. Ну, а я в данном случае еще и на арене комментирую. Ну, прошу заранее не обижаться всех профессиональных баскетболистов, которые в прошлом играли. Я тоже имел опыт игры в баскетбол, вот поэтому тут, собственно, и сижу. Но считаю, что все равно, конечно же, лучше всех, как играть в команде, должен знать тренер. Все остальные комментаторы побочные. Возвращается «Спартак» на паркет. Приморцы по-прежнему рисуют какие-то схемы. Ну, вот так они сплотились. Руки в кружок по-мушкетерски. Прокричали, что мы «Спартак», они тоже «Спартак». Сегодня так или иначе «Спартаку» победителем быть. И проигравшим тоже. И пока ближе к этому гости из Владивостока. Они же и с мячом. Мотовилов начинает атаку приморцев. Ну, такой молодой игрок. Играет разыгрывающего. Большая ответственность. Я думаю, это очень здорово для его опыта. Дыхалкин один в один с Фидием. Это очень тяжело. И Женя выходит победителем в этой борьбе. Баринов там отрывался. Никто его не увидел. Но за ним следовал сразу Кривошеев. Было бы опасно отдавать ему в атаку. Передачу. Савельев. Ах! Женя Фиди чуть не потерял мяч, но в итоге ввязался в борьбу, и сейчас будет спорную. Стрелка показывает в пользу приморцев этот мяч. Ах, как же я люблю те времена, когда любил те времена, когда спорный мяч определялся вбрасыванием между двумя игроками, которые за него и спорили. Сейчас я бы посмотрел на противостояние Фиди и Максима Колюшкина, у которого 192 роста, а у Жене 205. Кривошеев.
Чернов. Колюшкин бил. О, какой блокшот от Бабушкина. Получите, распишитесь. Савельев с мячом. Спокоен Спартак. А вот Варнаков очень заряжен. Баринов из-за дуги не точно. И фалить пришлось, к сожалению, Варнакову здесь. Сфалил он на 42-м номере на Александре Павлове. И в составе Спартака появится впервые сегодня на паркете Денис Хлопонин. Ветеран команды, ветеран российского баскетбола. Мастер спорта международного класса. 81-го года баскетболист. Вышел помочь, дать отдохнуть своим молодым коллегам и принести пользу команде в том отрезке, который сейчас у него есть. Бабушкин забирает эту ошибочную передачу от приморцев. Варнаков. Они вот так с Савельевым меняются на позиции разыгрывающего. Хлопонин. Савельев продавливает один в один. Четыре игрока стянул на себя. Баринов снова бьет три. На этот раз точно, Никита. Продолжает лететь у Спартака из Петербурга. 50-30. И здесь не летит у Спартака из Приморья. Баринов забирает подбор. Это ошибся капитан приморцев Тейвашеев. Варнаков отлично обыгрывает один в один. Хлопонин. Ох, получает какой горшок от Кривошеева. Но тут же на подборе баскетболисты Спартака. И 52-30 счет. Александров появится на паркете. Попросил быстренько Савельев замену. И вот по завершении этой атаки сменит его Павел Александров. А Денис Хлопонин отметился первым персональным замечанием. Ну что, пока что, друзья, у нас у Варнакова, у Пековича и у Баринова больше 10 очков. У первого и второго по 10, у Баринова 11. А в составе приморцев пока вот плохо табло отображает Кривошеева, к сожалению, не могу увидеть точно. Опять не забивают приморцы. Вот здесь Кривошеев, но у него точно больше 10. Здесь он забивает свои 2 очка после подбора в касание. Александров с мячом. Забей, требуют трибуны. Варнаков. Варнаков очень заряжен сегодня. Хорошо разбросали. Бабушкин хорошую передачу давал на Александрова. Александров в проходе не точно. И Баринову приходится выбивать мяч за лицевую линию. Хорошо разошелся Спартак. Видно движение в атаке. Неплохо в обороне. Но надо держать только этот темп. Не сбавлять обороты. 52-32. 4-12 еще играть в третьем периоде. Здесь Чернов хорошо отдавал 24-му номеру. И вот Максим Кривошеев потерял здесь мяч в борьбе. От него, показывают судьи, ушел этот мяч за лицевую линию. Баринов покидает паркет. Пекович выходит. Ну, кстати говоря, несмотря на результативность Пекович, не так много игрового времени у нашего сербского центрового. Тем временем высоко прессингуют приморцы. Варнаков на Пековича. Пекович высоко принимает всегда мяч в атаке. Потом ставит серию заслонов. И все это рассчитано, что он будет на набегающий такой, да, на отскоке. Бабушкин хорошо сыграл. Ах, слепую, незрячую передачу отдавал, конечно же. Нужно было посмотреть на Хлопонина, в какой позиции он находится перед тем, как отдавать ему пас. Но не посмотрел Алексей и просто выбросил мяч в сторону белого пятна. И оказалось очень далеко от своего коллеги по команде. О, как сейчас неплохо Мартынов пробегал в сторону кольца Спартака, но не доработал кистью. В итоге мяч у команды в белом. Варнаков хорошо увидел Александрова на дуге. Намешал там ему Чернов. Дуэль 33-х номеров опять. Бабушкин из-под 93, не точно, они забирают подбор. Пекович. Быстрый ответ гостей. Колюшкин. Чернов. И
И фолит против него Алексей Бабушкин. А нет, друзья, я ошибся, конечно, там был фол в атаке. Не помогают судьи возродить интригу. Дают фол гостям из Приморья. Ну, к слову, отметить, приморский баскетбол, он, в принципе, снабжает Суперлигу-1 и весь российский баскетбол хорошими игроками. Очень много баскетболистов разошлись из этого сезона, из прошлого сезона, разошлись по командам Суперлиги-1 из состава Спартака Приморья. Бабушкин тем временем снова бьет из-под 90, снова неточно у Алексея. Нужно ему поувереннее, почувствовать уверенность, забить пару подряд, чтобы пошло у него. Вот, и сейчас команду мы видим такую, как я уже говорил, сплав опыта и молодости. Но пока это сплав опыта и молодости против питерского Спартака, проигрывает 20 очков. Не могут они почти ничего забить во второй половине и не забивают опять. Подбор за Спартаком из Петербурга. 52-32 по-прежнему. Минуту 57 играть еще в третьей четверти. Варнаков. Не спешит никуда Спартак. Правильно, спешить им некуда. О, как сейчас хорошо финтами разобрался Варнаков с оппонентом. Очень быстрые ноги у 31-го номера Спартака. Хорошая двойка с Пековичем. Ну, красиво, красиво, друзья. Это, друзья, в рамочку и в лучшие моменты встречи. Будьте любезны. Хотя сегодня таких моментов уже было у Пековича несколько. Наконец-то разобрался он, как играть. А вот то, о чем я говорил. Передача высокому игроку в ноги. То, чего быть не должно. Не хватает координации, ловкости у таких игроков, как правило, чтобы выловить эту передачу. Так и вышло. Потеря у Спартака Приморья. Александров. Бабушкин увидел Пековича. Пекович будет продавливать. Развернулся Пекович. Хорошо. Нет, нет, сам продавил спиной. Радослав Пекович продолжает удивлять местную публику. 14-е очко свое он записал в актив. На текущий момент самый результативный в составе Спартака. Колюшкин. Колюшкин сам бьет три с сопротивлением. Не забил, но подбор за приморцами. И 24-й номер гостей. Александр Разумов забивает. Два очка из-под кольца. Ну вот, прервали такую голевую засуху баскетболисты Приморья. Но поздно, друзья. Осталось 15 секунд в этой четверти. 56-34. 22 очка. Какой спурт серьезный совершили питерские баскетболисты. На радость публики. Конечно же, Пекович с мячом. Отлично, Радослав Пекович. Устанут сегодня наши режиссеры, простите, нарезать лучшие моменты Радослава Пековича. Это был один из них. Просто красота, небольшой перерыв, друзья. Не больше минуты, и мы вернемся обратно. Точнее говоря, не больше двух. Радослав Пекович принимает поздравления от партнеров по команде. И, конечно же, аплодисменты от зала заслуженные. Роскошный, роскошный отрезок от Пековича. Смотрим повторы. И в этой четверти повторы в исполнении Спартака из Петербурга, конечно же. Ну вот, это такие немногочисленные моменты команды из Приморья мы видим. И Петербург в этой четверти очень много и здорово забивал. Вот Пекович хорош, безусловно. Отличная двоечка вот здесь с Варнаковым. А здесь просто шикарный разворот. Не знает, что с ним поделать баскетболисты из Приморья. Безусловно, набрал Радослав Пекович за время нахождения свое в России, в Санкт-Петербурге. Он, я напомню, приехал со своим тренером. То есть сначала в «Спартак» перешел тренер из Сербии, потом он привез сюда Пековича, еще одного сербского игрока, который очень быстро покинул состав. А Пекович вот остался, прижился и очень неплохо смотрится. Но это на самом деле большая проблема российского баскетбола. Пятых номеров мало. Больших баскетболистов с хорошей техникой, с хорошим броском мало. Поэтому, обладая нужными антропометрическими данными, можно легко заработать место в составе российской баскетбольной команды. И вот Радослав Пекович закрепляется, показывая не просто, что он высокий, а что он мастеровитый игрок. Ну что ж, пока заявка такова, что
что чемпион «Спартак Приморья», чемпион «Суперлиги-1» терпит пока что поражение от обновленного «Спартака» из Петербурга. 58-34. Но, друзья, еще целая четверть впереди. И как «Спартак» легко набрал эти очки, так легко другой «Спартак» из Владивостока может это отставание сократить. Посмотрим. Конечно же, эмоциональное преимущество на стороне гостей, на стороне хозяев, простите. Парнаков. Бабушкин. Пекович. Хорошо с Бабушкиным сыграли. Игра ногой 15 номера Максима Колюшкина. Ногой он прерывал эту передачу. И за лицевой будут водить баскетболисты «Спартака» из Петербурга. Александров. Заслал на Пековича. Опять они играют эту двойку, но здесь Пековичу даже не пришлось выпрыгивать. Его там заблокировали два игрока. Александров как будто бы почувствовал, что не дадут выпрыгнуть центровому его команды. И спокойненько парашютиком отправил мяч в кольцо приморцев. 60-34. Колюшкин. Разумов. Разумов получил оперативный простор. И хорошо, что без фола обошлось для петербуржцев. Варнаков на Пековича. Чуть Мотовилов не перехватил эту передачу. Заряженный Мотовилов тоже на борьбу. Ему нужно многое доказывать в новой команде. Александров. Сопротивление с 33-м номером приморцев. С Черновым боролся. Ничего не вышло. А здесь 15-й номер Максим Колюшкин бросал. И похоже, что Варнаков нарушил правила в момент броска. И неспортивный фол, судя по всему, дают. Слишком уж агрессивно действовал Александр Варнаков. Александр Варнаков в прошлом сезоне играл за баскетбольный клуб «Ревда». Набирал там примерно 12 очков за игру. А до этого играл в Иркутске тоже. Команда занимала высокие места в Суперлиге 1. Там он около 13 в среднем забивал. Сегодня на счету Александра 10 очков. Ну что, набрал свои очки Разумов. А что показали здесь судьи? Замену показали. Савельев появился на паркете вместо Варнакова. Нет, обратно Савельев вернулся, а Варнаков вышел на паркет. Намудрили судьи что-то с заменами. Повисла тишина под сводами новой арены. И Разумов мажет открытый бросок в прыжке. Варнаков начинает атаку. Хозяев паркета. Хлопонин открывается, но не увидел его Варнаков. Ждет Пековича. Хорошо, сейчас убрал на замахе оппонента, но, к сожалению, не забил. Бабушкин подбор не забрал. Чернов там мешал Варнакову, но вот разобрался с ним Варнаков. Тем не менее, не забили. Приморцы, не точно. Подбор за Бабушкиным. Не спешат в атаку хозяева паркета. Все верно, спешить им совершенно не нужно. Пекович. Александров теряет мяч. Мотовилов его обокрал. И очень быстрый Григорий Мотовилов. Александров даже не стал пытаться его догнать. Вот этого нельзя допускать. Этой вот расхлябанности. 20 очков это не так много, как кажется. Это очень быстро может превратиться от преимущества в равную игру. Варнаков, пробираясь через лес рук оппонентов, зарабатывает фолы. Наконец-то Савельев появится на паркете. Заменит он Александрова. 60-39, друзья. На текущий момент счет 7:49, еще играть в четвертой четверти. Давайте будем политкорректно выражаться, пока еще непонятно. Спартак вот так вот может взять и бросить играть, как в этом коротком эпизоде. Варнаков не забивает первый штрафной. Не хочу сглазить местную команду. Все-таки желаю им победы. Первой победы за долгое время, тем более в таком составе, и забивают они. Один из двух Александр Варнаков, 61-39.
и Савельев появляется на паркете. А Сергей Чернов начинает атаку приморцев. Из-за дуги Колюшкин прибивал, не точно. Подбор за Бабушкиным. Сколько же сегодня забрал уже Алексей Подборов. Савельев. И битва девятых номеров закончилась в пользу приморской команды. Показывает Савельев Пековичу, что что-то Пекович сделал не так. А Пашутин призывает их успокоиться. Чернов из-за боковой будет выбрасывать мяч у приморцев. Мотовилов там им помогает. Совсем хрупко Мотовилов смотрится на фоне других баскетболистов. Еще раз напоминаю, очень молодой игрок. 98-го года рождения. Хотя в составе приморцев есть ребята и моложе. Геннадий Денисов, например. Петербург в атаке. Савельев. Клопонин. Бабушкин. Ну что, заслон бы получить Бабушкину, до три пробить. Но нет, Савельев. Савельев увидел одного Александрова. Из-под 90 Александров бьет три. Эх, не забивает, к сожалению. Дают бросать гости. Можно набирать больше, но не получается реализовать у Спартака свои моменты. Вот так в быстрых атаках может получиться. Александров. Заслон от Пековича, но там не получилось пробежать. Мешал Максим Колюшкин. Александров с линии штрафного. Опять не точно. Что ж такое? Интересно, почему Андрей Семенов не играет? Либо что-то с кондициями у него, либо на тренировках происходит. Но сейчас вполне мог бы он усилить, я думаю, игру своей команды. Ох, как грубо сейчас играет Григорий Мотовилов. Против капитана петербургской команды. Но спокоен Иван Савельев. Ему нервничать ни к чему. Евгений Фидий появляется на паркете вместо Пековича. И Александров из-за боковой. Вперед за бидер требует ведущий этой встречи. А Савельев и обеспечивает это самое движение вперед. Ах, теряет мяч Савельев. Не очень хорошо у него с ведением. И в прошлом матче были такие проблемы. Ну, вот из-под кольца не забивает Савельев. Ну что ж такое. Легкие броски. Такое нужно забивать профессиональному баскетболисту обязательно. Никто не мешал сейчас Савельеву забить эти два очка. Но он их не забил. Хорошо, как мяч сохранился. Александров. Свободные три очка. И точен Александров. Наконец-то. Наконец-то. 64-39. Какая летучая атака приморцев. И это хороший ответ гостей. Сергей Чернов забивает три очка. Александров тоже 33 номер с мячом. Против него Чернов 33. Александров отлично обыгрался. Таким хорошим движением мяча за спиной отыграл, оставил за спиной Чернова. Но не смогли развить дальше баскетболисты Спартака из Петербурга этот эпизод. А вот здесь Фиди отлично получил передачу от Савельева в движении. Хорошо поставил корпус и занес два очка в кольцо. 66-42. Женя Фиди отлично в обороне сыграл сейчас. Савельев. Ну, пассивен стал Спартак в атаке. Не открывается так активно, как раньше. И Савельев не знает, что делать. Находит Александрова. Александров нашел Фидия под кольцом. И Женя развернулся и заставил свалить на себе Александра Разумова. Александр Разумов тоже играл за «Зенит». И за «Триумф» его воспитывал, если так можно сказать, Василий Николаевич Карасев. Хороший знакомый тренера баскетбольного «Спартака» Захара Пашутина по сборной России, конечно же. И за «Приморье» Александр Разумов тоже поиграл. А Евгений Фидий бьет свой первый штрафной абсолютно точно.
И второй забивает так же точно, как и первый. 2 из 2. 68-42. Ну что, казалось бы, немножко стал получше коллектив из Владивостока действовать, но тем не менее «Спартак» уже не дает им нормально разбежаться. И в обороне очень цепко, очень хорошо играет высокий «Спартака» из Петербурга и очень невнятно играет высокий «Спартака» из Приморья. Савельев хорошо так корпусом показал движение. Фидий получил передачу от Савельева и снова по рукам бьют Фидия. Показывает Разумов, что локтями разворачивался Женя, но нет ничего подобного. Будет он бить с линии штрафные броски, а Разумов будет покидать паркет. Вместо него выходит капитан команды Максим Кривошеев. А, к сожалению, не забивает Женя Фиди первый бросок штрафной. Ну, смотрим на второй. А второй абсолютно точен. Замена. Чернов покидает паркет. Вместо него выходит 25-й номер Василий Бабайлов. И Мотовилов что-то рассказывает 63-му номеру Алексею Чиликину. Чиликин с мячом. Защищается «Спартак» неплохо. Фидий. Очень хорошие руки, быстрые у Жени. Тяжело против него капитану приморцев. И в этой борьбе выходит победителями баскетболист из Петербурга. Максим Кривошеев здесь не смог обыграть Евгения Фидия. Савельев с мячом. Александров. Вот пока у Александрова есть порох. Быстро перемещается этот баскетболист. Получает заслон от 15-го номера от Никиты Баринова. Но здесь неудачно сыграли баскетболисты. Не разобрались друг с другом. Вот и по инерции Евгений Савельев врезается в 7-го номера Алексея Вздыхалкина. И это всего лишь третье командное замечание для «Спартака» в этой четверти, для «Спартака» из Петербурга. Поэтому из-за боковой вбрасывает «Спартак» из Приморья. Мотовилов. Из-под 90 совсем сквознячок запустил 25-й номер Василий Бабайлов. Тем временем Александров атакует у Петербурга. Фидий. Савельев. Активно руководит действиями своих баскетболистов. Клопонин не точно. И здесь что за борьба такая вольная в исполнении Жени Фидия и 25-го номера Бабайлова. Не привела она в итоге ни к чему хорошему, к тому, что потеря у приморцев и владение у «Спартака» из Петербурга. А вот теперь внимание, выходит на паркет Андрей Семенов, ему есть что доказывать. Непонятно, почему не появляется на паркете Карванин и Михайлов. По-моему, уже можно дать поиграть этим баскетболистам. 2:49 играть. Преимущество колоссальное. Но вот Семенов имеет возможность набрать игровое время. Александров. Александров, отвратительная передача. Мотовилов опять в отрыве 2 очка. Молодец Мотовилов. Он оставляет такое светлое впечатление от игры приморцев. 10 очков набрал Григорий. Александров. Александров снова чуть не потерял мяч. Варнаков на Семенова. Семенов Варнакову снова. Активизировались трибуны. Варнаков сопротивлением 3. Не точно. Мотовилов. Мотовилов двоечку играет с капитаном. И результативно. Кривошеев забивает очередные 2 очка. Очков у Кривошеева. Я думал больше. Андрей Семенов заступил, к сожалению, за боковую линию. И что ж такое показывает Захар Пашутин? Покрутитесь там в краске. Просят больше движения.
Александров садится на паркет. А появляется Евгений Сидоров. В прошлом сезоне тоже очень ярко себя проявил в концовке, особенно сезона, когда «Спартак» рассыпался практически. Пока я вам рассказывал эту душещипательную историю, Алексей Вздыхалкин забивает 3 очка и тайм-аут. 69-49. Как бы это не звучало дико, но до 20 очков сокращает чемпион лиги Суперлиги 1 отставание от «Спартака» из Санкт-Петербурга. Ну что ж, осталось минуту 40, одну минуту и 41 секунду нам, друзья, посмотреть за этим интереснейшим матчем, в котором «Спартак» из Петербурга открылся с такой замечательной стороны. А вот Григорий Мотовилов на повторе мы сейчас смотрим, продолжает демонстрировать свои лучшие качества. Молодой баскетболист, которому нужно многое-многое доказывать для того, чтобы играть на высшем уровне. И я, конечно, уже, наверное, боюсь глазить, но уже не так страшно. Похоже, что «Спартак» из Петербурга доведет эту встречу до победы. Тяжело за минуту 40 отыграть 20 очков, практически нереально. По крайней мере, я не припоминаю таких случаев. Даже в любительском баскетболе такое бывает редко. Тем более, что на паркет выходят ребята, которым нужно бороться за место в составе петербургского «Спартака». Андрей Семенов, Евгений Сидоров. Им есть что доказывать. Семенов хорошо под кольцом развернулся. А, Пекович добавляет. Вот эта атака Пековича принесла ему очередные 2 очка. Приморцы в атаке. Хорошо Варнаков сейчас прессинговал оппонента и заставляет в итоге его ошибиться, так или иначе. Это был Алексей Чиликин. А Варнаков руководит атакой «Спартака» из Петербурга. Забей, просят трибуны. Сидоров фалят против него. Ну что ж, Даниил Михайлов даже не снимает тренировочную куртку, видимо, кофту, простите. А нет. Вот появится на паркете Даниил Михайлов. Подзывает его Захар Пашутин. Никита Баринов садится. Даниил Карванин появился на паркете. Ну да, все правильно. Когда такое преимущество, нужно дать поиграть молодым, почувствовать баскетбол. Уже незачем мучить стартовую пятерку. Ребят, которые проделали основную работу, нужно этот запах крови дать почувствовать молодым. Мотовилов как сейчас залез на скорости. Хорошо, хоть сохранил мяч и бросает 3 Мотовилов. И точен Мотовилов. Ну какого баскетболиста вырастил Карасев? Очередные 3 очка от Мотовилова. Это 4-я 3-ка от него сегодня, насколько я помню. С мячом Сидоров. Да, Михайлов появился на паркете. Сидоров чуть не отдал передачу в никуда. И Семенов. Андрей молодец. Молодец, Андрей. Ну что, продолжает «Спартак» наращивать преимущество, несмотря на то, что появился на паркете совсем молодой состав, и так и надо. Отзащищался здесь Карванин хорошо. И уже фалили против Карванина, конечно же. Алексей Чиликин здесь недружелюбно поступил с баскетболистом петербургской команды, который сам может с кем угодно поступить недружелюбно. Карванин тоже такой очень мощный баскетболист, неуступчивый. Готов бороться на каждом участке паркета. И будет бить сейчас свои штрафные броски Даниил. Есть шанс попасть в протокол с забитыми мячами. Так и есть. Забивает Даниил Карванин. И осталось только 2 баскетболиста в составе «Спартака», которые сегодня еще не забивали. Это Денис Клопонин и Даниил Михайлов. 2 из 2 у Карванина. И Григорий Мотовилов. Бессменный, можно сказать, разводящий
«Спартака» из Приморья уже просто убивает время. Он понимает, что нечего портить статистику. И мы поздравляем, друзья, «Спартак» из Петербурга с этой победой. С вами мы встретимся уже 19 числа в матче на этой же арене. «Спартак» из Петербурга примет клуб МБК из Москвы. Я всех поздравляю с прекрасным баскетболом. Благодарю всех, кто нас слушал и смотрел. Друзья, смотрите баскетбол, любите баскетбол и, конечно же, играйте в баскетбол. С вами был Андрей Ом. До следующей встречи. Всем пока.